что это такое у нас? Как назвать его, не знаю. Мобильная портативная печь. Взвешиваем. Сколько? Два? Сто? 2 килограмма 100 грамм. Так. 2 килограмма 100 грамм. Мощность 3 киловатта. Вот, там насос встроенный, тут паропереливатель, там испаритель, электроника внутри. Вот, вода рядышком, размеры. Ну, где-то примерно 28 на 18. Ой, что-то магнит приклеился. Угу. Ну, а ширина 7 сантиметров. Включаем? Так, включаем. Так, померяем температуру пары. Где он? Вольтметр, вот вольтметр самый. Проверяем. Так, ставим, мерим на выходе. 220, 230. Так, работает 248, потому что вода сейчас порциями работает, поскольку 3 киловатта. И автоматика срабатывает, что как только испаритель остыл ниже 120, вот опять порция воды, испаритель разогрелся до 150, пока не остынет до 110, примерно 120, вода поступает. И такими порциями она работает. Температура пара, ну, где-то в среднем 240-260 градусов, он даже до 300 доходит. Вот, потребляет воды столько, сколько мощности заложено. То есть, соответственно, производительность, если 3 киловатта здесь, то по воде это будет где-то 3,8 литра в час. Ну, примерно коротко, печка.